По данным статистики, индекс здоровья детей в России неуклонно снижается. Среди заболеваний лидируют аллергия, онкология, нервно-психические и сердечно-сосудистые болезни. Почему мечта о здоровом ребенке становится призрачной? Доктор ответит на все ваши вопросы. 17 ноября в студии главный внештатный педиатр Самарской области Светлана Пыркова. Программа «Звоните доктору». 17 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».